хочу, чтобы россияне увидели таланты украинских детей. Увидели, как тяжело... Блин, це боляче! Как тяжело они работают, какие цели у них в жизни. Посмотрели на арматуру, на сцену, на декорации, на иллюстрации, на все то, что возможно. 10 років. Ого, це ви що вона робить? Рекорд вона поставила 8,5 років. Не в Росії. 8,5 лет. Русские, россияне наверняка скажут, ну у нас тоже такое есть. Ну, уже не такое. Уже не такое. У вас нет таких сцен. Я пробовала висеть просто на металлических брусьях. Это невозможно. Вы представляете, какое будущее открывается? Представляете, какое будущее открывается у детей Украины? Перед ними открывается весь мир. Весь мир открывается перед детьми Украины. И они этого заслуживают. Несмотря на войну, несмотря на стресс, на безумие, они занимаются как никогда, тяжело и серьезно. Я смотрю, я не верю своим глазам. Я готова это смотреть и пересматривать. А эта пара очень красивая. Вы посмотрите, как все это выглядит. Это же тоже играет огромную роль. Дети плюс вот то, что как это все оформляется. Наивысшее качество. Завораживает.